Работа представителей избирательной комиссии продолжилась после закрытия участков. Протоколы со всех избирательных пунктов Рассказово собраны в администрации города. Там прошла обработка информации. И уже за полночь стали известны предварительные итоги голосования. Выборы, о которых так долго говорила общественность, завершились. Насыщенные 12 часов работы с избирателями под прицелом видеокамеры в онлайн-режиме на все интернет-пространство. Только часть работы участковой избирательной комиссии. Рабочий день плавно перетекает в вечер и уходит в глубокую ночь. Сначала происходит подсчет неиспользованных бюллетеней, а позже их гашение. Рубить с плеча в этом случае можно и нужно. На 549-м участке таких бюллетеней оказалось чуть более 1000. Далее идет проверка данных списков. Все фиксируют в протоколах и таблицах. В 20:00 завершили работу все избирательные участки. Но работа участковой избирательной комиссии продолжается. Сейчас самый ответственный момент. При подсчете голосов определиться, кому из кандидатов рассказовцы доверили свое будущее. За всем процессом внимательно следит наблюдатель из Москвы. Егор Бочкарев прибыл в наш город с целью, цитата, «проследить за ходом голосования и сделать выборы честными». Столичный гость провел на участке весь день, а также следил за честностью подсчета голосов. Избиратели имели право голоса прямо на дому. Переносные урны вскрыли в порядке очереди и включили в общее количество бюллетеней. Итоговые протоколы с 19 избирательных участков были собраны в территориальную избирательную комиссию. Предварительные итоги голосования председатель озвучила ранним утром. В списке избирателей включено 35 504 избирателя. В выборах приняли участие 79,82%. В голосовании приняли участие 79,81%. Голоса избирателей распределились следующим образом. Путин Владимир Владимирович. Абсолютное значение голосов 24 227 голоса, что означает 85,5%. Жириновский Владимир Вольфович. 1620 голосов, что означает 5,72%. Грудинин Павел Николаевич. 1452 голоса. 5,12%. Собчак Ксения Анатольевна. 320 голосов избирателей. 1,13%. Явлинский Григорий Алексеевич. 219 голосов, что составило 0,77%. Бабурин Сергей Николаевич. 134 голоса. 0,47%. Титов Борис Юрьевич, 101 голос, 0,36%. И Сурайкин Максим Александрович, 99 голосов, 0,35%. Я благодарю всех избирателей, которые проголосовали на выборах президента Российской Федерации. И говорю организаторам выборов огромное спасибо, потому что работа была проделана очень большая. Спасибо.